Так, всем привет, с вами Альвинос. И в прошлый раз я дорвался до вот этого Соу Гаррес. И я подумал, у нас есть подземелье. Там мы можем покопать. А интересно, таких он изучает? Креатюры, сунга, так, мне бы этого крысеныша выучить, да? Но крестьянышей, когда надо, их нет. Так что идем подземелье. Там, наверное, будет и дофига всяких друже будут всякие храм. Так, ну, что-то как-то не видно, чтобы тут какие-то еще твари водились. Тут у нас рыбка. Это кто? Это взрывающийся или нет? Не, этого я знаю. Вот там у нас что-то беленькое. Изучить бы их. Где? Во. А, это не из этого мода. Ага. Ладно, ты не из того мода. Сорян. Ладно, идем в подземелье. Хотя вот тут можешь пройти. Это не то. Где это под землю? Я должен спуститься. Еще и узнай, где тут, кто тут. Так, где-то тут я могу спуститься, да? Вот она. Проход. Идемте в шахты. Так, тут ничего нету. Так, для этого мне надо вот это. Вот там лед, что ли? Я только вот этого не понял. Так. Сейчас как выскочит, как выпрыгнет. Нет, никто не выпрыгивает, не выскакивает. Так, как тут мне спуститься побезопаснее? Так, чтобы вы что-то видели. Ага, вот там у нас есть камень, ножницы, бумага. Можно по воде спуститься, но вода мне тут не помощник. Так. Так вот сделаем хитро. Мне надо железо. Я же говорил, выскочить. Где ты там? Сдохни. Теперь я их уже не боюсь, как вы видите. Так, все, склонность прошла. Я могу встать. И мне они уже не... Ай, не то сделал, ну да ладно. Раз уже сделал, что у меня тут? Так. Чего не ешь? Стоп. Где мой талисман? Что-то я не понял. Так, это немножко фейл. Я вернусь домой. Мне нужен талисман. Так, я помер где-то тут. Он еще живой или уже все? Вот он. Фу, еще живой. Вот, я тут думаю, что я съесть не могу. Подарки от Иркмана нельзя терять. Ладно, сейчас пойду вниз. Ну чё, вернулся я на исходную. Тут можно пособирать немножко ресурсиков. Вот, я так понимаю, мне тоже нужны. Это тоже не особенно, но надо. Так. Так, это для этого я, в принципе, шел. Лида. Лида, девушка красивая живет. Так, вот, мы подземелье, в принципе, да? Ладно, идем поверху. Так, где-то у нас тут уже тут орете. О! Хорошо начали. Блин, и там же у нас сейчас...
Ай-яй-яй, короче, что сейчас будет? Так, значит, мне нужен меч, штаны, одежда, лук пригодится. Так, usage, ender charge. Вот это что-то, помню, можно было из него сделать. Ага, это зачарованный меч, не то. Где-то видел там такую штуку интересную. Изучил, называется. Так. Ладно, я сейчас подготовлюсь и вернусь. Так, вот, я в аду, блин, что тут не написал. В аду нашел такую штуку, usage. И можем сделать, по-моему, став такой. И он должен стрелять. Ага, красным огнем. Очень полезная штука. Так, дальше мне надо честплейт какой-нибудь. Честплейт нету. Нагрудник. Что, ни одного? Кожаных тоже нету. Кожаных. Штаны есть. Вот кожаный. Letter tuning и шапочку. Пока мы соденемся вот такой вот макаром. Так, это мы сбрасываем, а стрелы. Я вот не помню, как называются стрелы. И не очень неохота. Хотя у нас есть вот это вот став. Будем магом. Типа. Тин. Ладно, побег я тут. Так, и мне повезло. Вроде бы тут как никого нету. Стоп, стоп, стоп. Так, теперь надо забрать все свое. Ну, блин. Так, это у нас есть. Это мы откидываем. Сейчас меня тут погрызет кто-нибудь. Так, меч я, главное, вернул. А вся броня у меня упала на дно, да? Ну, вот основные элементы есть. Так. Это мне все не надо на данный момент. Так, эту штуку нужно взять. Еда пригодится. Это сюда. Это вот сюда. Так, теперь пойти на дно. Так, вот это надо. Давай. А он опять взорвался. Зараза, его взорвать нельзя. Я так понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как тут страшно. Все. Так, я так понимаю, мне надо куда-нибудь зарыться и посмотреть, что у меня есть, что у меня нету. А то у меня сейчас тут будет кирдык. Кирдык башка. Так, мне надо забрать вот это, поменять вот это, взять вот это. Еда есть, вот эти штуки есть. А где мои фонарики? Фонариков нету, да? Можем сделать? Не можем сделать. Мне надо. Блин, ну темно ж как. Ладно. Я, короче, домой и вернусь. Так, ну вернулся я на исходную после маленького менеджмента своего инвентаря. Вот, как видите, у нас тут все красиво выглядит. Ой-ой-ой, сколько ж вас, друзья? Откуда ж гопников тут столько у нас? И тут еще, наверное, будут всякие хорошие. Ой, сколько еще вас тут? Так, сейчас мы с вами тут что-нибудь понаделаем. Вот таким способом.
вот так с вами всеми. Ух ты, скобыч вас тут понабежало. Алло, он сам стреляет? Так, кто еще тут? Еще желающий? Бегут, бегут. Где у нас тут кто-то чикаркает? Иди сюда, дорогой. Так, готов. И... Ну тут так бесконечная история. Ладно, у меня задача была сходить куда-нибудь по подземельям побродить. Тут у нас кусачие будут, да? А куда исчезло все? Дорогу. Так. Тут ничего интересного. Тут вроде бы тоже пусто. Так, странно, как этот туннель и без этих самых. Ладно, тут мы уж потом поищем. Мне главное тут сейчас приключения и мучения. Так, тут ничего интересного. Тут тупик. Тупак. Тупик-тупак. Тут тоже никого. Ага, вот это я пропустить не могу. Это мне понадобится. В будущем, на данный момент не очень, но в будущем понадобится. Так, у меня вопрос, куда пропали рельсы. Так. Кто украл рельсы? О, тачка. Ага, ясно. Вы покамись поспите за стенкой. Мне вы не нужны. Так, я хочу вот это дело. Вау. Спасибо. Возьмем. О, здоров, 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 здоров. Шадоу. Грозная штука. Так. А тут что у нас творится? Е-мое. Ребят, вас тут не за много, а? Ай-яй, ай-яй. А как ты... Как ты ухитрился, мины? А? Сдохни, тварь. Так, они через один пролазят, насколько я помню. Так, закрываемся. Так, значит, набрали довольно-таки немало всякого хлама. Так, это сюда, сюда, сюда. Угу. Так, вот это вот рычащее меня интересует. Так, это мне пригодится. Так, тут я вас закрыл, да? Вот где-то там орёт кто-то. Так, вообще-то пожрать надо. Лапки я вас слышу, слышу. Так, там страшновато, честно. Ну, кто-то... Ясно, понял, все. Ты, говнюк, у нас кусаешься. Ага. По-быстрому надо эту открыть. Что тебе мешает открыть? Чего? О. Забираем. Так.
уже... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так какого хрена еще мышка тут не вовремя? Где салат? Дай поесть. Так, ты у нас из Виконитов, по-моему. Минкрафт. Ты кто? Ты Виконит? Неизвестный Кричерс. Тогда умри. Измененная графика, блин. Идем искать дальше приключения, свою задницу. Так. Девушка 60-90-60 ищет приключения на свои 60. На свои 90. Так, где ты там рожь? Так, кто-то там далеко рот. О, это... Кто? Кто ты? Что ты? Вау. Так, это мы забираем. Это полезно все. Иногда бывает. А вот ты меня интересуешь. Кто ты-то так страшный? Страшный-то какой, слющий, да? Ой! Ой! Так, этот центр... Где эта тварина, которая орёт? Тварь! Что-то меня уже... Тут вроде никого. О, заряженный кристалл. Где ты там орешь? Ты, уяу. Тут-то где-то. Так, это тоже опыт. Всем опыта. Так, ты мне не нужен, ты мне нужен камень. Я хочу видеть, кто это у нас тут орёт. Вот, что-то вижу. Исчезли. Так, Вольфрамит. Так где ты? Вот там. Ага, вот какие-то штуки. Ух ты. Красивая вещь. Так, кто-то там просил меня много копать. Пожалуйста, копаем. Вот тут что-то у нас лазит. Так куда вы исчезаете? Неинтересно. Я так смотрю. Вот тут кто-то. А, внизу, что ли?
Ну что ли? Ага, вот оно как. Ку-ку. А, мы с тобой уже знакомы. Да? Знакомы? Кнофейдж. Да. Что, у вас спавнер тут, что ли? Получается, что спавнер, да? Закрой рот и не ори. Иди отсюда. Ладно, я тут пониже спущусь. Я хочу рассмотреть, как это тут. Ой, какие здрашные. Ой. Так, тут тогда закрываем. Это мне нравится, честно говоря. Раз их тут можно фармить. Чтобы тут мне нигде больше не спавнились, я вот так сделал. Так, ну а ты еще, чудик, вылези. Так, я уже все забил себе, да? Угу. Это... Так. Этот, иди сюда. Иди ко мне. О. Так, чтобы мне тут не заспавнили, ставим. Идем, берем ящик. Вот. Ой, какие здрачные. Ой, тищ. Фу, тищ. Натя, свет тут, на, тут. Так, ладно, это сделаем попроще. Понасобирали. О, лексика ботаний. Угу. Так, тут, чтобы кто-то к нам не прибрался, сделаем вот такую дырочку. Вот там кто-то шляется. А, и там этот страшный, страшный, толстый. Ух ты. Кристалл. Забираем. Энергия. Так, что еще тут полезно у нас? Так, вот где-то... Здорово! Ну, знаете ли, такие твари ничего нравятся. Эти вот собирают только для чего, я не знаю. Так. Во! Не то, что мне надо, ну да ладно. Так, это мы все должны скинуть сюда. Иди сюда. Тоже забираем. Шмук, домой. Так, ты что там орешь? Что ты там орешь? Еще и с деревянным мечом. Ты считай, на меня с палкой идешь. Ты мне не интересен. Мне надо эту игуану или как она там. Там кто-то. Вот, тебе я ищу. Иди сюда. Ой, нет, я не. Не тебя ищу. Любимый мой родной, иди сюда. Ты, игуана. Ну не ори, давай. Все, я тебя изучил, можно и загубить. Ой,
еще одна игуана. Ну тут, да, эти туннели большие, тут лазить можно полдня. У меня уже свечи кончаются. Так, интересно тут. Блин, что-то мне тут стало плохеть. О. Что-то не хочу, чтобы эти... Опять. Вот интересно, какой мод это мне фризит, блин. Никак понять не могу. Эй, ты! Ты тут со мной поговорить хотел? До свидания. Эй, ты, Чайна! Ты, ты. О, что там кто-то шляет? Ай, там это игуана Твик ходит. Что так? По-моему, лисы так делают, если не ошибаюсь. О, бегит, 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 бегит. Иди отсюда. Не успел, не успел. Иди отсюда. А может и другая? Кусайся! Я свой! Так, у меня уголь есть? Уголь есть. Где кто идет? Чувак, там, кто? Что, где, кто? Фу. Так, значит, мне надо свечки. 7-8. Так. У нас тут Tinker Construct, поэтому мы делаем такие свечки. Так, 32 свечки. Так, возвращаемся. Кто ж это каркает тут? Ты где? О, вот оно. Еще один, блин. Это вы кто такие? Потом почитаем. Вот еще там. О, бежит, 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 беги. Где ты? К. К. И сюда, кака. Бежит, да не тот, кто мне нужен. Фу, не успел взорваться. Так, ладно, ты там каркай. Ай, вот он, вижу. Он бедол. И это что такое? Смотрите, кровос. Ты кровососы какие, нападай тут на безопасного. Тек. Лабиринты страха. Угу. Вот это заберем. О, крысеныш, я тебя слышу. Иди сюда, я тебя изучать буду. Ха-ха-ха, ты ж... Крыс... Крысёныш, а? Он мне факела воровать будет. Ах ты ж... Не, ну вы видели, видели, да? Ну, стоит, спрятался за... Ты думает... Ой, нет, туда я не хочу. Ладно, что-то я подустал, возвращаемся домой. Будем читать про наших крысенышей. Так, kids. Нет. Minions. Вау. Cobalt. Crew. Darking. Ага, сюда надо что-то поместить.
Плов пассивный. Ага, хорошо. Бисти. Так, этого мы изучили. Силекс изучили. Find creatures. Кобом, small reading chart, reason to attack. People are open. Help. Shadow creatures. Phantom. Cry. Блокарелы, Куэн, Куэн, Торч. Путин, Котва, Торч, Ор, Друвинг, Татлава. Груви, Пил, Телепоп, Тарджит, Хилт. Короче, ничего не понял. Турячо, Эрт, Инчихунг, Фэш, Кантвис, Манипулят, Инфарм, Хем. Инсебетон, Фрэш. Train, beat only, fatal, boot, head, darking, blood, future, lost, held. Блин, короче, тут английский надо знать. Так, ну, fresh and Felix, fresh water, fine, cobalt. Вот этого я могу шалить. Значит, нам надо сделать так... Значит, так, ликониты. Так, как эта хрень делается? Во. Life Grand Church. Нет, не он. Как там эта хрень делается? Точнее, как она выглядит? Пец, вот она. Как выглядит... Это что ли? Нет, вот она. Ага. Давайте попробуем ее сделать. Так. А у меня алмазы кончаются, я так понимаю, да? И что с тобой делать надо? Капец. Нет. Куда? Миньонс. Сюда что ли положить? Кобол. Край, Даркинг. Yes. Дефенс, агрессив, дефенс, пассив, фоллоу. Вендер, фоллоу. И что надо сделать? Во. Где? Чего? Soul Stone. Что с тобой сделать надо? Soul Stone. Значит, написано Use it, time it, into spirit, a love, summoned, this very bone pits for mount, will respond after death. Ну, в общем, я вы поняли, что я ничего не понял, но... разберемся в следующей серии, посмотрю... В этой самой Википедии или где-то там, если что, пишите, что тут надо делать, потому что я, как видите, вообще лох в этом. Так. А ты что не горишь? Лофатка. Так, в общем, ликаниты у нас развиваются. Это ничего не дает, это ничего не дает. И как тут, что тут... Как тут что тиснуть? Веб-сайт Minions. Кнобар sitting. А, сидеть. No. About crying. Ну, crying. А сюда кобол. И что дальше? Берем эту хрень. Нет. Нет. И чё, как тебя там по матери? Или бы их приручать можно? В общем, я не знаю, как это делается. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Объясняйте мне, как этим пользоваться, если я не найду. Так что встретимся в следующей серии. Неплохо так походили по подземельям. Находили всякого нужного. И чё он вернулся? Всякого нужного и ненужного. Так, что мы тут понаходили?
Алмазов нет. Вот эти вот оверграфт хорошо. Золотое яблочко не очень. Еще портамбуган найти было бы вообще хорошо. Ладно. Вот. А я пошел умирать. Дали поспать. Ну и зависнет. Нет, вот сейчас работало все нормально. Вот, так что спасибо, что вы меня смотрели. Ставьте лайк, пишите комментарии, правда, это уже говорил. Ну и пока. А мы пошли кушать. Тин-тин-тин-тин. Четыре. Вот.